вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це розмова на тему. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. А тема нашої сьогоднішньої розмови – велика таємниця, під покровом якої ми з вами всі живемо. А саме – церковні таїнства. І, по-перше, таїнство хрещення. Саме про це ми і поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем, заступником голови інформаційно-просвітницького відділу Миколаївської єпархії Ієрієм Андрієм Чиженко. Отец Андрій, здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию, чтобы молвить слово спасительное, потому что именно его и не хватает всегда, во все времена. Отец Андрій, мы открываем такой интересный цикл о церковных таинствах. Казалось бы, знаем все, а копни глубже, не знаем ничего. И, конечно, открывать наш цикл я предлагаю телезрителям именно с таинства крещения и таинства миропомазания, ибо они идут рука об руку. Да. Будьте добры. Итак, почему именно таинство крещения стоит во главе угла всех таинств? Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры. Всегда мы рады, священники Николаевской епархии Украинской Православной Церкви, всегда рады бывать вас на телевидении, потому что делать это действительно воистину апостольское служение, то есть нести, вы несете, мы несем Слово Божье, это сегодня так необходимо в этой юдоли земной, когда настолько насыщенный информационный простор всяческими, скажем так, и хорошими, и плохими вещами, информацией. И вот ваши передачи, это, конечно, они являются как лучиком света. Не хочется перефразировать эту фразу, да, Островского, луч света в черном царстве, но, скажем так, является лучом света. Ну, назовем вот вещи своими именами. Да, назовем вещи своими именами, это так, потому что Слово Божие. Сегодня, конечно, очень хорошо, что мы поговорим о таинствах, вот начнем этот цикл таинства, и в частности о первом таинстве, таинстве крещения, потому что оно действительно является ну, самым главным и самым первым таинством. То есть, ну, нельзя сказать самым главным, они все равны, но оно является самым первым таинством, которое человек должен обязательно пройти и которое человек должен обязательно проникнуть. Ну да, таинство крещения, потому что все остальные таинства, тогда человек не может быть вовлечен в остальные таинства, может, да, если он не крещен. Ну, фигурально, метафорически выражаясь, да, таинство крещения является дверью. То есть вот стоит дом, церковь православная, некий дом, да, и таинство крещения является дверью, в которую вот православный человек, вообще человек любой входит, и он уже является сопричастником благодати Божией, сопричастником Божества, является как бы как в таком цветоводстве, в агрономии прививается его веточка, его маслина прививается к лозе Христовой. Это евангельское такое сравнение. Ну и предваряющее понятие, вообще хотелось поговорить, что такое таинство. Да? То есть обряды, допустим, в православной церкви есть две части. Есть как бы обряды, есть таинство. То есть какая разница между обрядом и таинством? Обряд – это там тоже сходит благодать Святого Духа, но она как бы что-то делает, скажем так, то есть в чем-то помогает человеку. А, ну, там, например, обряд там, погребения, то есть он помогает человеку перейти в мир иной. Или там обряд какой-то другой, там, молебен начала всякого доброго дела, помогает человеку совершить какое-то доброе дело. Молебен путешествующих, да, помогает путешествовать. А таинство – это, то есть, как бы, действие, в результате которого, почему таинственно, таинственно, незримо на человека сходит благодать Святого Духа, и уже человека она меняет. То есть таинство – это то, что вот мощно сходит на человека благодать Духа или на людей, скажем, если это венчающийся, например. И уже она меняет людей, то есть они уже становятся не теми, какими были прежде. И вот мы подбираемся к таинству крещения, которое на самом деле является, то есть для человека, который стоит, да, вот, допустим, он занимает, в зависимости от того, священник быстро читает или медленно читает, или как он служит, таинство крещения занимает где-то от получаса до часа, да, скажем так, то есть в зависимости от того, как служится, ну, примерно в среднем около 40-50 минут, скажем так.
И вот таинство крещения, ну, на самом деле это, вот есть, как, допустим, видеокамера, да, она состоит из объектива, из штатива, из там ручки, там еще чего-то, там из материнской платы, там, ну, допустим, кассеты, то точно так же вот и таинство, вот этот обряд крещения, он тоже состоит из очень многих элементов, которые раньше служились, в древности служились отдельно. То есть, грубо говоря, мотором таинства, того, что мы подразумеваем по таинствам крещения сейчас, являются два таинства. Это таинство крещения и таинство миропомазания. То есть, уже, то есть, рядом с ними находятся обряды. То есть, обряды какие? То есть, обряд наречения имени. Это обряд, наречение, да, наречение, и, то есть читается молитва наречения имени. Это обряд ежесотворить оглашенного. То есть оглашенного – это того человека, который желает креститься. То есть он называется оглашенным. Вот как бы, и уже непосредственно после обряда ежесотворить оглашенного вот уже идет таинство крещения. И потом уже идет таинство миропомазания, и уже потом обряд пострижения, ну там омовение и обряд пострижения волосов, и заканчивается, скажем так, да. Еще есть как бы сопутствующее таинство крещения, есть таинство, обряд воцерковления, то есть молитвы специально читаются на очищение женщины от физиологических ее проблем, связанных с родами, и воцерковление, введение в храм ребенка. И вот, скажем так, если разобраться, то мы вот можем сейчас пойти и разбирать как бы каждый обряд, каждое вот действие таинства крещения шаг за шагом. Если это интересно, то мы можем начать. Итак, отец Андрей, мы выяснили вместе с телезрителями нашими, мы поняли, что без того, человек, если не принял крещение, он не может принимать участие в дальнейших церковных таинствах. Да, то есть это является основополагающим и первым таинством. То есть в чем, да, его суть? Это самое главное. И таинство, это церковное таинство, это некая вертикаль, которая соединяет небо и землю. Если обряд, благочестивые обряды – это горизонталь, то таинство – это вертикаль, такая мощная и сильная, и спасительная, я бы даже сказала. Мощная, сильная, спасительная. Когда вот таинство таинственно, незримо, на человека сходит благодать Святого Духа и изменяет его. И вот если пользоваться этой формулировкой, то тогда можно о таинстве крещения сказать следующее, что через погружение и возведение из воды, то есть и призывание имени Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, то есть невидимо, незримо на человека сходит благодать Святого Духа, которая его очищает от первородного греха, это первое. И второе, она его соделывает в нового, уже небесного, одухотворенного человека. То есть это самое главное. Вот если мы уже так логически пошли по этому пути, то можно сказать, это формула таинства крещения, которая зафиксирована в катехизисе. То есть катехизис – это такие правила церковной жизни. И, скажем так, если дальше нам разобраться и разбираться, то каждое таинство имеет свою формулу. Она называется формула таинства. То есть без как бы произнесения этой тайно-совершительной формулы таинство считается недействительным. То есть в данном случае формула эта звучит так. То есть священник берет, ну, если, скажем так, это ребенок, если взрослый, конечно, в идеале таинство крещения должно проходить полным погружением. Баптизма, да, в переводе с греческого «погружение в воду». То есть оно должно проходить через полное погружение. То есть троекратно священник, допустим, если взрослый человек, то он берет его полным погружением, берет его руку на голову, возлагает, тот становится в воду, и он говорит: «Крещается раб Божий, имя, или раба Божья, имя, во имя Отца, аминь, и погружает, потом возвышает, и Сына, аминь, погружает в воду и возвышает, и Святого Духа, аминь, погружает в воду и возвышает, ныне и присно, и во веки веков, аминь». И уже после этого человек может считаться крещенным. Что означает вот как раз здесь вода? Почему вот в крещении используется вода? Причем она, да, использовалась очень в древности еще, как бы помним, что установил таинство крещения пророк предтеча Крестителя Господень Иоанн, который крестил, да, и потом уже вслед за ним Господь и Бог и Спас наш Иисус Христос, он также
начал, то есть как бы крестить. То есть он не начал крестить, он установил таинство крещения. Об этом есть прямое свидетельство в Евангелии от Матфея и Евангелии от Марка тоже. То есть идите и призовите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И кто призовет мое имя, спасен будет, а кто как бы откажется, тот будет осужден. То есть это таинство установлено непосредственно самим Богом. И об этом есть евангельские свидетельства. И вот в чем смысл таинства? Человек, который не крещен, то есть он является после грехопадения святых праотца Адама и Евы, каждый из нас, включая младенцев, является носителями первородного греха. Вот того греха, который заработали наши святые праотцы Адам и Ева в раю, то есть каждый из нас, человек, является носителем этого первородного греха, любой. И вот в первую очередь таинство крещения, оно направлено на то, чтобы избавить, рассечь человека от этого первородного греха. То есть в чем оно состоит? Оно состоит в том, что человек, он как бы, чтобы умер ветхий человек, вот этот грешный, и восстал новый человек, который уже пропитан благодатью Святого Духа, которая проникла в его существо, в душу, в сердцевину, в тело, и уже превратила его, сделала с ним такую метаморфозу, то есть сделала его совершенно новым, как бы горним человеком, гражданином Царствия Небесного. И вот поэтому вода. Вода, во-первых, это символ жизни, да, всегда во всех культурах был. Ну, во-вторых, символ чистоты, да, омовения. И, но в данном случае, в крещении, вода – это символ смерти. О. Да, вода – это символ земли. Угу. То есть почему, например, если нету, допустим, человек в пустыне, нету воды, а он желает креститься, да, допустим, он идет по пустыне, один умирает, и при смерти желает креститься, а воды нету, то тогда имеет право его даже другой человек, даже мирянин, имеет право его крестить землей, то есть посыпать его землей. И то же самое, произнося, крещается раб Божий такой-то во имя Отца, Аминь, Сына, Святого Духа, Аминь. И он даже мирской крещать. Человек, даже да? Мирской, но это страха ради смертного. Угу. То есть мирской человек может крестить другого человека страха ради смертного. Поэтому вот хочется обратиться, конечно, ко всем врачам, вот, особенно те, которые ну, в родильных отделениях. Есть же младенцы, которые умирают сразу, да, там час поживут, два поживут. Буквально для того, чтобы вы крестили ребенка, надо 3 минуты принести ванночку с водой, взять ребеночка, полить ему на голову водичку и сказать: «Крещается раб Божий, раба Божия такая-то, во имя, дать ей имя православное во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь, и ныне присно, век веков, аминь». И такой человек, уже ребенок будет крещен. Угу. Несмотря на то, что над ним не производились таинства миропомазывания, несмотря на то, что над ним не производились другие обряды, сопутствующие крещению, но уже этот ребенок или старик, который умирает, или тяжело болящий, который умирает, был не крещен, он является уже членом Церкви Христовой. То есть его уже можно поминать в церкви, на проскомидии, и тем более хорошо это тем, что в таинстве крещения человеку прощаются все его грехи. То есть, почему, например, хорошо креститься в взрослом возрасте? Потому что человек, который крестится, то есть в взрослом возрасте, ему прощаются все его грехи. Да, но потом же он не перестает грешить. Не перестает. Ну, я в данном контексте говорю в моменте смерти. Да, угу. Допустим, он умирает, прощаются грехи, прививается, и он уходит в рай. Понимаете, ну, в принципе, так здорово, конечно, покреститься перед смертью. Ну, знать бы, когда смертушка-то не, 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 это... Нет, это я говорю в исключительных случаях. Ну, вот. И вот, допустим, вода здесь символ земли. То есть символ, вот это троекратное погружение в воду, это символ того погребения ветхого нашего человека, символ погребения. Отец Андрей, троекратное восставление – это символ воскресения, что мы погребаемся, погребается ветхий человек и восстает новый, обновленный, воскресший во Христе человек. Вы говорите о полном погружении во время крещения, но не всегда идет полное погружение, потому что бывает, крестят детей дома, бывает, даже взрослые приходят, их крестят, их в церкви, их не погружают, их просто совершают некое омовение такое. Это не умаляется при этом таинство крещения? Нет, потому
таинство крещения. При этом не умаляется, но в идеале, я же говорю, что в идеале, да, должно быть таинство крещения совершено через полное погружение. Ну, в идеале, отец Андрей, в идеале люди не должны грешить. Да, но дело в том, что есть прибавка, там в уставе церковном есть прибавка, аще нет возможности, то есть невозможности нет, да, нету в церкви прекрасной большой огромной купели, да, чтобы туда погрузить ребенка, ну, да. Тем более взрослого, да, то аще нет такой возможности, то тогда имеем право, то есть крестить через обливание. То есть, как бы, есть момент, вот ребеночка, как это с младенцем происходит, он как бы символически, батюшка его берет, если, допустим, нет возможности его полностью покрестить погружением, то есть берет ножички, ставит его в водичку, и таким образом он как бы весь в водичке, да, то есть и как бы символически его наклоняет туда вниз, восставляет и поливает, наклоняет, восставляет, так 3 раза. И в любом случае все равно человек, он является крещенным. В любом случае, и та же благодать Святого Духа в любом случае ему дается. Отец Андрей, православная церковь – это, наверное, единственная религия, православие, когда крестят младенцев, именно младенцев. Почему? То есть не почему, это понятно-то, почему крестят младенцев, чтобы они тоже приобщались к церковным таинствам. Но другие религии, они смотрят несколько скептически, что типа там крестят ребенка, он еще ничего не знает, а его уже тянут в крещение. Угу. Почему? Ну, понимаете, то есть с точки зрения церковь не живет земной логикой. То есть это вот человеческое, вот, то есть как бы как вот должно быть осознанно, человек должен жить, осознанно креститься, угу. осознанно прийти в вере, угу. там и так а дальше. А где гарантия, что он осознает и придет? Ну, это понятно, но и действительно, то есть нету насильного акта. И были очень большие споры в церкви тех времен, 4-го столетия, начала 5-го столетия, были споры о том, что крестить или не крестить младенцев, так как мы как бы вроде бы нарушаем благую волю младенца гипотетически, да, который вырастет и скажет, а мне ваше крещение не нужно. Да, скажем, так он в любом случае сможет отказаться, если то есть, что. Вот, но здесь весь консенсум, есть такое понятие «консенсум патре». По латыни, то есть это согласие святых отцов. Все практически святые отцы, за редкими исключениями, в один голос говорили, что детей, младенцев нужно крестить. И мало того, что они говорили, что то есть был создан специально в 418 году Карфагенский собор поместный, на котором было признано, что надо крестить младенца. Вообще, кто не захочет крестить младенца и ждать там какого-то определенного возраста, чтобы покрестить там человека, то такому священнику или архиерею будет анафема. То есть, почему мы крестим младенца? Вот представьте, при крещении человек получает благодать Святого Духа. То есть он становится обожествленным существом. Вот как бы, как мука есть, и в муку ложат закваску и каплют водичку. Закваска – это благодать Святого Духа, а водичка – это материя, которая крестит, это освященная вода. И это она превращается в хлеб, да? Ну да, и он заносится в реестр жителей будущего Царствия Божия. Да, да, он получается, то есть качественно новая субстанция, точно кажется, качественно новый человек. И, ну, это с одной стороны, с другой стороны, ребенку дается, а святой ангел-хранитель при крещении. Есть специальная молитва об оглашенных, что ребенку, который крестится, дается святой ангел-хранитель. Понимаете, это во-первых. Во-вторых, мы называем ребенка, почему вот сейчас тоже мы чуть-чуть отойдем, скажем так, потому что много приходят там крестить снежанами там, или там, русланами, то есть неправославными именами. Хочется наголосить, сказать, что, то есть акцентировать внимание, дорогие братья и сестры, что в церкви даются только православные имена. То есть что такое православные имена? Имена тех святых, которые существовали в православной церкви, жили. И тогда уже, когда происходит чин наречения имени, уже тогда ребенок назван, допустим, я, да, в честь блаженного Андрея Юродивого. То есть уже блаженный Андрей Юродивый является моим небесным покровителем. То есть я получаю святого ангела-хранителя, я получаю небесного покровителя, который за меня уже молится. Уже 2 духовных существа, святой и ангел, они молятся за меня и всегда рядом со мной они присутствуют. То есть всегда они рядом со мной присутствуют, меня берегут как бы от всяческих там зла, бед и так дальше, и так дальше. И это второе. Третье. Если младенец не крещен, значит, за него нельзя молиться.
То да. есть он не может участвовать в таинствах церковных, он не может участвовать в жизни церкви, за него нельзя молиться, его нельзя даже приносить в церковь, он не крещен. Но. То есть и получается, что мы своим умом, скажем так, своей логикой, как нам кажется, мы человека до определенного возраста, мы совершенно лишаем церковной жизни. Это с одной стороны. С другой стороны, но не будем забывать, что есть еще же нечистая сила, бесы. И первородный грех, ничем не сдерживаемый в человеке, в младенце, он будет разрастаться. Точно так же, как благодать Святого Духа, это зернышко, посеянное в таинство крещения, оно разрастается в дерево, разрастается в нечто как бы духовное и прекрасное. Точно так же грех, он тоже нечистой силой, усилиями их может разрастаться в что-то плохое. И человек уже тогда станет не богоподобным, а бесоподобным. Но угу. Почему вот часто, когда, допустим, даже священник, он видит, когда ребенка приносят, вот уже принесли его там в течение 40 дней или месяца, ну, прекрасно, все хорошо, ну, то есть, как бы, покрестил и все, а 3, 4, 5 годиков, 6, это уже другой человек, у него уже другое сознание, у него уже другое это, и он, как бы, лишен бытийно есть благодать Божья, но, как бы, духовно направлено ее нет в человеке, и, конечно же, а наш мир, я уже очень часто эту фразу повторяю, это не моя фраза, а святителя Игнатия Брянчанинова, наш мир, он наполнен и злыми духами, и бесами, и святыми ангелами, и хорошими духами, и святыми. То есть, если бы с нас сдернуть покрывало наше вот физического нашего зрения, то мы бы оказались бы, такое ощущение у нас было, что мы находимся внутри пчелиного улья. То есть, вокруг нас рой существ духовных роится. Нечистых духов, бесов, святых ангелов. И эти существа сражаются за нашу душу. Бесы пытаются ее поглотить, пытаются ее затянуть в ад. Соответственно, святые ангелы пытаются ее возрастить в Царствие Небесное, возрастить у Бога. Понимаете? И поэтому, конечно, очень важно, что человек, который не крещен, у него нет защиты. То есть это то же самое, что выйти на поле брани без меча, без щита, выйти на поле брани без шлема. То есть он будет, большая вероятность, что он может быть или тяжело ранен, или убит. Поэтому, конечно же, святые отцы из-за милосердия Божьего, они как бы решают, что, конечно, нужно таинство крещения проводить над младенцами. Но вот у нас следующий вопрос, но обязательно для младенца восприемник должен. Да, вот окрестно, у нас еще есть немного времени, отец Андрей, хотелось бы коснуться значения крестных родителей. Будьте добры. Ну, я так скажу, краткую мини-проповедь, которую я всегда говорю своим прихожанам, которые приходят крестить. То есть, ответственность крестных родителей. Скажем так, да, то есть крестный родитель или кум, или кума, да, это не просто прийти 6 числа конфеты получить или конфеты принять, да, скажем так, или раз в год встретиться там со своим крестником. Нет, дорогие братья и сестры, крестные родители или на церковном языке они называются восприемниками. Это очень серьезная, очень важная как бы задача, важная миссия, важная должность. То есть мы, люди, стоящие у креста, они, ну, в церкви, крестя ребенка, они дают страшную клятву перед Богом, что они воспринимают душу ребенка на себя. Ух ты. И они воспринимают ответственность за этого ребенка, они отрицаются от сатаны за ребенка. Во имя этого ребенка, за этого ребенка. И во имя и за этого ребенка они сочетаются за Христом. И они дают клятву о чем? Что они будут воспитывать ребенка в православной вере. Они хотя бы выучат сами Отче наш, выучат главную молитву после Отче наш православия, символ веры. И они уже как бы научат этим главным молитвам ребенка. Они его будут причащать регулярно. То есть, что хорошо, допустим, с младенцами, да, что хорошо? Хорошо то, что младенца, взрослому нужно много поститься, много молиться перед причастием святых христовых тайн. Мы о причастии еще поговорим. А ребенка достаточно просто принести, да, в храм и как бы его причастить. То есть, и поднести к чаше. Да, поднести к чаше. Крестный, ловите момент. Ловите этот момент благодатный, просто принести, поднести чаши и причастить ребенка. Но мы знаем, что в основном все-таки приносят к чаше родители.
Ну вот, понимаете, вот это хорошо. Не крестные, это а хорошо, родители. Что родители, но и крестные. То есть и уже человек при прохождении таинства крещения, он уже связан с ребенком духовно невидимой связью на всю жизнь. Mm. Я говорю своим как бы людям, которые приходят следующие, говорю, что запомните, вы уже гору, ну, как альпинисты, гора – это наша жизнь. Вы с ребенком, как альпинисты, уже связаны духовным канатом невидимым. И вы идете в связке, да? Идете в связке на всю жизнь. Уже нельзя сказать, я там живу в Украине, он в Сибири или в Австралии, он уже бородатый, там, толстый, я уже не знаю, как он выглядит и так далее. Это, Богом это не принимается отговорка. Ты стоял перед крестом. Ты взял на себя ответственность за этого человека. И поэтому вот вы в связке ползете в вершину, это Царствие Небесное. Там пропасть – это ад. Да? Если ребенок вырастет, станет плохим человеком, после смерти попадет в ад, то есть это уже будет твоя вина тоже. Ты тоже можешь попасть в ад вслед за ним, потому что это твое упущение. Если он после смерти вырастет, станет хорошим человеком, попадет в рай – и тебя потащит туда. И тебя потащит туда, потому что в том тоже есть какая-то твоя заслуга. То есть восприемниками это очень серьезное дело. Желательно понять. Вот, во-первых, обращаясь к родителям, хочется сказать, желательно, чтобы родители выбирали в людей воцерковленных, людей православных, людей, которые понимают всю ответственность за этого ребенка. Они понимают, они ее понесут по жизни. Он будет из-за страха Божьего хотя бы, из-за любви к вам, к вашему ребенку, он будет участвовать в жизни и воспитании этого ребенка. Это раз. И во-вторых, самим воспитанникам хочется пожелать, чтобы когда вас на крещение позвали, как бы крестить ребенка, то хочется сказать, чтобы вы, то есть подготовились к этому, выучили «Отче наш», выучили символ веры, подошли к батюшке заранее, расспросили, рассказали, хотя бы месяц до этого приходили в храм, ну, хотя бы поняли, в жизни что это церкви, такое. Хотя бы поняли, что это такое, потому что, да. Да, отец Андрей, извините, но просто все, мы должны уходить из эфира, потому что время наше уже подошло к концу, но я думаю, многое не рассказали. Много. Да, но тем не менее, телезрители, я думаю, что вы все-таки поняли, насколько это ответственно и быть крестными, и насколько это ответственно и здорово, если человек принимает крещение. Дай Бог, чтобы вы успели принять крещение и чтобы вы всегда жили под покровом Божьим. Це була розмова на тему «На все добре».